Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру Angry Birds Stella, и у нас на очереди 20-я миссия. Запускаем первую птичку и направляем ее по траектории. Сразу сейчас убираем две нижние башни, плюс часть осколков летит еще на первую башню. Тут нам удалось немножко накренить башню, и одна из свинок упала. Но еще один на месте. Тем временем запускаем вторую птичку. Пока мы тут целимся, уже смотрю, что да, последний свинок внизу сам укатился. Нам меньше работы. Целимся в башню со второй попытки. И прямым попаданием ее уничтожаем. У нас еще остается последняя башня, которую мы добиваем молотком. И проходим эту миссию. Получаем 3 звезды и получаем 79 тысяч баллов. Переходим в 21-ю миссию. Тут у нас задание поинтереснее. Есть такой вот компрессор на колесиках. Мы его сейчас поражаем с помощью птицы-совы. Он падает вниз, и тут в этот компрессор засасываются обломки. К сожалению, никакого эффекта не получилось, эти осколки летят в сторону. С помощью второй певчей птички мы смогли уничтожить башню наверху. И, собственно, прошли этот уровень. Не знаю, ли на отлично, потому что очень много объектов еще целые. Ну а противников мы всех убрали. После итогового подсчета мы получаем 2 звезды. И набираем за эту миссию почти 64 тысячи баллов. Переходим сейчас в 22-ю миссию. Тут нам надо с помощью Стеллы направить на 2 рычага, которые бы смогли поднять 2 каменных перекрытия. И с помощью певчей птички мы бы смогли уничтожить стеклянные конструкции, так как каменные преграды уже нам не мешают. Мы как раз уничтожаем стеклянные конструкции, и заваливаются последние противники вместе со всеми башнями. Проходим эту миссию и получаем 2 звезды. И получаем 61 тысячу. Идем в следующую миссию, 23-ю по счету. Выбираем сейчас рекламу назойливую. И тут такая вот многоходовка. Значит, первая птица должна пройти через всю трубу и направиться в ущелье. Потом со второй попытки мы должны отсечь секцию трубы, которая ведет в это ущелье, так как у нас еще есть противники, находящиеся наверху. Скажу, что последние уровни радуют, и, наверное, это то, что я ожидал после первой миссии этой кампании. Какие-то технические решения с помощью рычагов, компрессоров. Как-то, чтобы было интересно проходить. Все это в последних миссиях есть. Было и раньше, но не в таком количестве. Вот именно последние миссии практически все изобилуют всякими нестандартными решениями прохождения миссии. А заваливаем последнюю конструкцию и проходим эту миссию. После полного подсчета набираем 3 звезды и получаем 63 тысячи баллов. Идем дальше. У нас на очереди 24-я миссия. И тут опять у нас труба. Мы, наверное, сейчас
уничтожим секту, которая ведет, направляет трубу наверх. Затем с помощью второй птицы мы пропустим эту птицу через трубу и направим ее рикошетом в рычаг и в башню. После чего компрессор опускается вниз и там засасывает эта труба осколками, уничтожая две оставшиеся нижних башни. Проходим эту миссию и получаем максимальную оценку. Кроме того, мы набираем 116 тысяч, почти 117, и получаем фотографию в наш фотоальбом. Переходим сейчас в 25-ю миссию. В этом уровне у нас уже никаких рычагов компрессоров нет, тут уже просто нам надо поражать противника без каких-либо подручных средств. С первого удара мы осколками уничтожаем нижнюю башню и частично обваливаем башни наверху. У нас еще остается две. Нам надо сейчас уничтожить стеклянное строение. И внизу, я думаю, что мы добьем уже с помощью молотка. Внизу еще кроме башен есть еще бомбы, так что наверняка мы всех тут уничтожим. Что и происходит. И мы тут получаем после полного подсчета 3 звезды. На этом будем прощаться. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока.